психотерапии, если мы берем медицинскую психотерапию, она относится к современной медицине, где используют что? Всю парадигму концепции, что причина в прошлом, и современное химическое лечение, антидепрессанты, да, транквилизаторы, анксиолитики и так далее, вплоть до средств для наркоза, как я один раз видел. Ну уж ничего не помогает, давайте его тем пенталом натрия просто угрузим до комы. То есть все, это классический медицинский подход. Мы берем психотерапию, какую личностно ориентированную, да, в западном понимании, вот, так она не относится к медицине вообще никак. Это не медицинская. И дипломы у них не медицинские, и они везде об этом говорят, что они не медики. Так там личностно ориентированная терапия – это не медицина как раз. Как раз там идея о том, что человек состоятельный, сам по себе, что у него все получится, просто надо с ним поработать. Какой-то контекст другой. Ну, там уже просто от школы зависит. Но к медицине она не имеет никакого отношения. Медицина – это четкое решение одного типа. Противоположное лечится противоположным.